Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тэхён в сторис запустил видео с тейкук аккаунта с нашим днем. Даже тут Тэхён нашел возможность всем напомнить о том, что он глубоко женатый человек, репостнув видео аккаунта по тейкук, обожаю его. Боже, как же все очевидно. Тэхён замечает все, прежде чем что-то опубликовать. Раньше он обрезал водяные знаки или говорил, что не может использовать изображение, поскольку его имя пользователя видно, но у него нет проблем с тем, чтобы оставить тег Тэйкук Updates. Он определенно не стал бы этого делать, если бы ненавидел тэгукеров, во что хотят верить слишком многие идиоты. Тэйкук Forever, как сказали сами Тэйкук. Я никогда не замолчу о том, как Тэхён сделал репост поста тэгукера всего за 2 минуты после того, как она выложила, и как Чангуку понравилась фанатская версия Тэйкук в тот же час, когда она была опубликована. 9 место. Я просто напоминаю тебе, что этот поцелуй существует в реальности. Тэхён забыл о камере и поцеловал Чангука. Восьмое место. Совпадение или нет? К слову, код даты релиза 0124 означает «Я буду любить тебя вечно». 24 января Тэхён написал «Чангук спит рядом со мной». 24 января – прямой эфир Тэхёна, где он играет в игры с Чангуком. 24 января – японская статья о крепкой связи Тэйкук. 'Тэхён после месяца отсутствия в сетях использует пост тэгукера. Последний пост Тэхёна перед зачислением – фото с Чангуком и Бами. Приоритеты всегда его любимые. Репост из фан-аккаунта Тэйкук в Инстаграм и лайк фанатских правок Тэйкук в ТикТок говорит только об одном. Они настолько очевидны. Чангуку понравились фанатские правки Тэйкук в ТикТок, а Тэхён сделал репост из аккаунта, посвященного Тэйкук. Редактирование ТикТок, которое понравилось Чангуку, было опубликовано 5 часов назад, и он поставил лайк именно в тот час, когда оно было опубликовано. Тэхён сделал репост его в своей истории с разницей в 2 минуты. Алгоритм ТикТок и Инсти показывает то, что вы видите больше всего. В их ленте должно быть полно их и Тэйкук. Седьмое место. До их пары нежности не существовало. Шестое место. Поведение пары. Вот почему Чангук и Тэхён не служат вместе. Все тренировки проходили бы примерно так. Как крепко Тэхён всегда сжимает запястье руки Чангука. Чангук поет, что будет его мужчиной, и Тэхён безумно счастлив.
Все смотрят в камеру. Чангук на Тэхёна, как всегда. Во время своего промо Тэхён несколько раз упоминал, что Чангук помог ему с записью песни, позволив записать ее у себя дома. И сказал, что отведет его на необитаемый остров, потому что Чангук сделает все, что попросит Тэхён. Вопрос: кого из участников вы бы взяли на необитаемый остров? Ответ Тэхёна: Чангук. Если я попрошу его что-то сделать, он это сделает. Поскольку Чангук давал советы на протяжении всего альбома Тэхёна и послушал его песню первым, который был для него действительно важен, мне до сих пор кажется, что это один из самых настоящих и глубоких поступков, потому что не может быть такого, чтобы Тэхён не упоминал Чангука больше, чем во время своего продвижения. Потому что любовь, которую чувствует Тэхён, говоря о Чангуке в любой момент, всегда дает нам понять, насколько он может быть влюблен, не упуская возможности упомянуть его, даже по малейшему поводу. Пятое место. Их друг для друга в этот вечер было только двое. Четвертое место. Забота. Чангук и муж, и повар, и тренер по боксу, и даже личный стилист. Третье место. Новости Чангука и Тэхёна. Расписание Чангука и Тэхёна. Сбор и отправка багажа в дальнейшее место службы, уборка общежития. В армейском учебном центре после церемонии завершения вы остаетесь в учебном центре на 2 дня, упаковываете вещи и убираете помещение, а затем слушаете итоговую командную тренировку и далее перемещаетесь к месту назначения. Подробнее вы можете увидеть в следующем видео. Завтрак Тэхёна: рис, суп с пельменями, кимчи из пекинской капусты, тушеная курица в соусе терияки, жареные анчоусы с миндалем. Завтрак Чангука: рис, суп из соевой пасты, гамбургер и картофель, салат из фасоли, кимчи из редиса. Обед Тэхёна: рис, бульон из говяжьих хвостов, пельмени с креветками на пару, рагу из соленых кальмаров, кимчи из редьки. Обед Чангука: коричневый рис, тушеная говядина с тофу, обжаренные грибы шиитаке с устричным соусом, острое овощное рагу, кимчи из капусты, фруктовый сок. Ужин Тэхёна: джаджангбап, яичный суп, рулет из жареных морских водорослей, кимчи, йогурт. В день выпускной церемонии стажеры будут обедать и ужинать вместе со своими семьями, выходя на улицу. Поэтому ужин Чангука сегодня публиковаться не будет. К 18 часам 30 минутам Чангук должен обратно вернуться в учебный центр. Поговорим о погоде. Ну вот,
Как я писал ранее, у погоды начался период соплей и слез в виде дождя и снега и пасмурного неба. Ведь в Нансане вовсю уже пакуют чемоданы, а в Янчхоне проходит финальный этап завершения стажировки. А мы не грустим, мы радуемся, что пройдена маленькая часть запланированного большого пути. Жду того дня, когда буду писать вам о погоде в городах, в которых будут проходить концерты ребят. Тэхён поет военную песню. Фанатка, которая снимала это видео, извиняется за то, что трясется камера, и пишет: «Извините, что снимаю так, я так нервничала, но Тэхён такой милый». Фотографии с Тэхёном в хорошем качестве. Информация о церемонии в Янчхоне. На ней присутствовали не так много людей, как в Нансане. Осуществлялась тщательная проверка тех, кто ее посетит, на наличие родственных связей. Все строго и по правилам. Множество фото и видео, как вчера, нет. У нас есть только одно фото общего плана. Исходя из того, что мы видим на фото, на церемонии было действительно мало людей, только родственник и родители. В связи с этим у нас катастрофическая нехватка информации, и фото с видео их никто не выкладывает. В сети появилось новое видео с Джином с церемонии завершения учебы в тренировочном центре. Дата съемки – 18 января 2023 года. Тогда Джин возглавил марш, в котором принимали участие 200 стажеров, выступая в качестве командира роты и представителя солдат на церемонии. Чангук Навиверс – единство. Это слово, которое произносят солдаты, когда отдают честь. Мои малыши снова активничают одновременно. Тэхён в Инстаграм. Хотел бы выразить любовь нашему режиссеру Як Вен Гоон, которая добавила свое видение и сняла прекрасные ролики. И спасибо нашим Compose Coffee, которые поддержали эту идею. Фотосессия Тэйкук 10 лет назад. Стилист Тэхёна Муджин лайкнул тот пост Тэгукёра в Инсте. Ранее еще фотограф Тэхёна Клод Раудил репостил пост Тэгукёра в Instagram Stories. Докатились. Чегукеры просят пожаловаться на Instagram Тэхёна за публикацию его собственного видео с Тэйкук аккаунта.
На Чангука тоже пусть жалуются. Как он может произносить название шипа, да еще и говорить, что это навсегда? На этой неделе Чангук занимает 5-ю и 9-ю строчку в чарте Billboard Global Excl. А с песнями Seven и Standing Next to You. Поздравляем нашего Чангук! Обновление Xylitol. Новое фото. Тэхён, Инстаграм. В то время, пока Тэхён служит, вся Корея о нем не забывает и пестрит рекламными изображениями короля продаж. Армия пишет, что недавний призыв в 5-ю дивизию, включая дни призыва Чангука и Чимина, семьям разрешается входить, только наклеивая наклейки на камеры своих мобильных телефонов, чтобы они не могли фотографировать внутри. Применили ли эту меру для церемонии завершения стажировки, непонятно, но судя по тому, что мы видим, а видим мы один большой хрен, такое ощущение, что вообще ни у кого не было телефонов. Новые видео с Тэхёном и Намджуном. Были замечены еще баннеры вдоль учебного центра с поддержкой Чангука, который он, скорее всего, уже видел. Чангук, не болей и будь здоров. Чангук, мы будем с тобой до конца своей жизни. Чангук, ты потрясающий, острый и энергичный. Мировая поп-звезда Пом Ми Чуддай. Пом Ми Чуддай – популярное жаргонное выражение, обозначающее «ты такой крутой, потрясающий». Армейское приложение The Camp с официальным заявлением признали нарушение прав BTS и согласились, что имя артиста Big Hit было использовано без разрешения. Речь идет о том, что Hype строго предупредил The Camp Military Community за нарушение прав BTS на рекламу. Big Hit попросил The Camp закрыть все лагеря, которые они создали от имени артистов Big Hit, а именно BTS, в течение 3 недель с даты объявления. Затем Big Hit попросил всех пользователей от имени артистов Big Hit в лагере закрыть свои учетные записи. Если выяснится, что еще есть пользователи лагеря, которые продолжают использовать имя артиста Big Hit в The Camp, Big Hit принудительно закроет его постепенно, или соответствующее лицо будет привлечено к юридической ответственности. Тэхён в своем посте использовал песню Arctic Monkeys, о которой уже упомянул в интервью 2021 года. Он сказал:
патенцем группы Arctic Monkeys. Когда я слышу эту песню, я почему-то испытываю такие эмоции. Обычно я не слушаю много рок-музыки, но я сразу чувствую эмоции группы, вызванные этой песней. У меня серьезно мурашки по коже бегут, слушая это, и эмоционально, и просто все всевозможные чувства. Дело в том, что как только я слышу эту песню, я думаю о том, как я действительно хочу жить хорошо. Хорошая новость в том, что пока я говорил, что фотографий не будет, появились новые фотографии Чангука. Он прекрасен, как всегда. Второе место. Это так интимно. Чангук забыл, что он с Тэхёном не дома. То, как рука Чангука нежно обвивает талию Тэхёна, а рука Тэхёна крепко обхватывает Чангука вокруг шеи, когда они обнимаются. У меня словно бабочки в животе. Первое место. Чангук и Тэхён включают режим парочки каждый раз, когда они находятся рядом. Просто напоминаю, как Чимин однажды в Твиттере выложил видео с собой и Вигу, подписав Вигу «Чимин Вигукер». Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.